помощью интерактивной карты жители Одинцовского округа могут узнать, какие дворы благоустроят в 2020 году. Карта опубликована на официальном портале правительства Московской области. На ней указаны 726 дворов, 23 из них расположены в Одинцовском муниципалитете. В ходе работ проведут монтаж современных безопасных детских площадок, установят лавочки и урны, заменят асфальтобетонное покрытие.